Вот что это за место? Дробот, дробот, хватайте за руку, вылазь отсюда, давай. Гоните с берега его. Это ни разу не он. Во-первых, здравствуйте, во-вторых, что это за место? Почему здесь падает листва? Это какой-то ненормальный Майнкрафт. Рамон, ты зачем ногу сбрил? Почему? Почему я так выгляжу? Какого черта? Почему мне хочется делать укачака, укачака? Смотри, как меня попадает. Какого черта? Оно естественное состояние. Нам тоже так хочется делать. Я не уверен. Ну, вот это вот укачака, укачака. Я еще могу делать вот так. Я понимаю, что мы это... Мы это можем делать долго, но что-то я себя чувствую не очень таким сытым, и, в общем-то, и как бы не похолодало бы, да, и что-то я боюсь ночи. Что-то мне как-то вообще страшно здесь находиться, и вообще где мы? А пока вы будете ползать, я вот соберу камешек и вот... Я, кстати, этих товарищей вокруг люди-червячки. Да, короче говоря, я так подозреваю, нас каким-то образом занесло в землю Terra Incognita. Давайте так это назовем. И нам предстоит... Алло? Это что, анимус? Вы снова живы? Ребят? Да, мы снова живы. У меня есть в руках 4 камня, 6 палок, и я думаю, что как бы вот эти вот вещи... Могут нам помочь, по крайней мере, продержаться первую ночь. Но то, что они нам помочь продержаться первую ночь, мне нравится, да. А меня, например, потянуло на философию. Я вот подумал, время разбрасывать камни и время собирать. Это поэтому тоже. Я собрал 17 штук. Но, друзья, если немножко выпасть из роллплеинга, я должен сказать вам, что добро пожаловать. Извините. Слушай, наконец-то. Старая привычка. Наконец-то начал что-то делать. Я начал камни еще тогда собирать, но, видимо, сервер решил по-другому. И добро пожаловать в Terraferma Craft, прохождение замечательного мода. И мы все впервые играем в этот мод, насколько я понимаю. То есть насколько все я четверо. Долго ждал возможности поиграть с кем-то в этот замечательный, просто прекраснейший мод. И да, и внезапно это произошло. Вот, да. Правда, случайно. Вот совершенно случайно. И здесь правило... Вот давайте слоган Terraferma Craft. Забудьте все, что вы знали о ванила Майнкрафте. Вообще все просто. Вот все, ну кроме разве что из блока все состоит. Забудьте все, это нормальный такой. Вот, мне нравится так. Так, сейчас нам задача на самом деле проста. Мы должны сделать себе базовые инструменты. Это можно сделать, использовать те самые камни и палки, которые мы нашли. Вот, это во-первых. И нам надо найти какую-нибудь еду. И воду, и источник пресной воды, потому что то, что вот у нас есть. Но пресная вода солёная. За нами там где-то была, да, есть, видимо, да? Появились. Отлично. Там же озеро, камыши. Точно. И вот там, да, то есть можно попить можно просто нырнув туда. Ну, пока это, я думаю, что вот, пока вот здесь можно где-то и поселиться, я думаю. Ну вот Terraferma Craft, друзья, это мод о выживании. Если вы когда-нибудь играли в тот же Don't Starve или нечто похожее, то вы, в принципе, поймете, что здесь происходит, и... Многие вещи здесь рассчитаны на то, чтобы вас убить. Если мы заглянем, давайте начнем с интерфейса, да, хотя бы, то мы увидим, что у нас здесь есть несколько кнопочек. Это, во-первых, окно крафта, которое расширяется, во-вторых, да, со временем. Во-вторых, навыки, это прикольно, скиллы. В-третьих, показывается... Время, оно здесь очень важно. Текущий сезон, да, да. Winter is coming. Да, и самое важное, это рацион. Здесь питаться надо правильно, на самом деле. Фрукты, овощи, зерновые, протеин и... Молочные продукты. Творожные, молочные. Кажется, темнеет уже. Ну да, вы пока там лекцию проводили, как мы будем выживать. Первую ночь, если мы сейчас где-нибудь не спрячемся, а нам надо сделать какую-нибудь землянку, чтобы сделать там инструменты. Здесь, кстати, я хочу показать одну очень хорошую... Так, давайте я сначала все-таки скрафчу что-нибудь. Вот я возьму камень и сделаю хотя бы... Подожди, не спеши, не спеши. У нас есть такая штука, как квесты. И я огромное количество времени убил на их составление. И, друзья, они помогут не только нам, но и вам, чтобы понять и... разобраться в Terraferma Craft. Итак, тут такая прикольная заставочка, дикари. Это а нас мой... сейчас убьют, а нас сейчас убьют. Что? Серьезно, где? Кстати. Кто? Ночью мы не проживем, если мы сейчас не спрячемся. Мы не убьем ни одного моба. Да они... Что за панику, ну, развели? Рич, пошли, да, поможем этим. Если мы зайдем в первую... Да, ребят, все вместе открываем эту книжечку, и вы сейчас поймете, зачем это, почему это так важно.
И у нас здесь открывается вот такая штука. Здесь есть палка-копалка, например. У нас кто-то палки насобирал уже 10 штук? Да, да, да. Ну, 8 я насобирал. Вот. А, подождите, пати, пати, всех в пати. Всех давай, в пати. Давай, оглашай. Оглашай, я пока. Мы умрем как пати, ей! Комбраз будет пати и... Команда жмуриков. Маус 82 КГ. Инвайт. КГ, а не КС. Что? Так, мы продолжаем заниматься ерундой. Вы пока добывайте. Так, окей. Не подаем виду. Не подаем виду. И Айлитир. Да, тоже пригласить. Все, я вас пригласил в пати. Вы принимаете мое приглашение в книжечке в этой же. Так, где тут у нас это приглашение? Это вот party, you have one party. Клик. Ага. Быстрее. А то совсем плохо это. Есть, все, принял. Рич. А я тем временем... You have one party invite, да, как? Ну, прими. Там кнопки, надписи. Рич нас всех убьет. Рич нас всех убьет. Вот без тебя мы не можем принять, выполнить. Я просто сейчас сделаю хотя бы... Можно я хотя бы что-то сделаю, чтобы нам не умереть? Да мы не умрем, все нормально, не переживай. Все нормально, мы не умрем. We will survive. Просто если сейчас что-то... нашел. Наконец-то. Теперь открываем сами квесты. Так, находишь. Там видишь, там есть click here to show quests, Рич. Заря цивилизации. А, есть такая кнопка. Потом нажимаешь на него, и справа появляется кнопка Open, ты, и тут уже вот будут это... все квесты, которые я успел сделать пока что. И мы так невольно сделали два, но последний сделал, я признаюсь, я. Я просто не знал, что на него есть квест, но тем не менее... Теперь, вот как это все выглядит. Это офигенный мод, который позволяет создавать квесты и выдавать награды. И здесь... Текст есть, но читать мы его уже не будем. Я старался, писал, ну и хрен с ним, короче. Справа указано, что нам нужно выполнить, а слева награды. И ты просто нажимаешь на кнопку Claim Reward, чтобы получить награду вот этих палочек. Потом то есть... дальше камни там, например. Ты тоже получаешь эти камни. Вот, мы получаем. Я же говорил, нас сейчас убьют. Да, нормально все будет, что ты это переживаешь? Нормально, да? Мясо добыто. Далее топор нужно сделать. Вот теперь Что ж такое? Как здесь скрафтится? Да, покажи, Рич. Потому что... Рич, за мной! Беги! Не будет его. Смерть его... Откуда у тебя топор уже, Рич? Тебе дали, что ли? Или ты сам скрафтил? У меня вот уже скрафтил, да, кстати. А, нет, это ты зря. Рич должен сам все крафтить здесь. Нет, я ему ничего не давал. Ничего, все нормально. Сейчас еще дерево себе. Я только же только себе и вот все. У меня просто родовая память фамилии Маквуд. Да. Ну и крафт, ребят, здесь инструментов очень-очень веселый. То есть вы берете вот эти вот камни, которые нас собирали, нажимаете правый клик, и здесь вам нужно уже нарисовать форму, вырезать, скажем, из этого камня ненужные места и скрафтить. Вот я сейчас попытаюсь вспомнить. Я реально сейчас никуда не подсматриваю, ребят, сейчас. Ну, давай. Вот так. И вот так. А я пока мы кулачки за тебя держим. У меня получилось. Вы создаете форму, собственно, этого топора, а потом добавляете палочку, и все, есть инструмент для добычи теперь у нас. Я предлагаю зажечь маленько, да, кстати. Да, пока. Это один из квестов тоже у нас там имеется. Нет, я уже зажег, я попробую сделать. Блин, ну вот отойдите. Вот тут хорошо, надо... рассказывай тоже нашим всем зрителям, да, что вот ты делаешь. Я сейчас хочу сделать костер. Костер делать здесь просто наглядно и просто. Мы должны взять палки, кинуть их 3 штуки, насколько я помню, вот 3, просто да, куда-то. 3. И взять вот такую штуку, Firestarter, которая делается из 2 палок. Вот я покажу, как она делается. Сейчас, я... Вот. И потом вот этой штукой вот так вот понажимать. Я, кстати, не могу забрать награду за квест. Да, потереть, только почему-то оно не разгорается. Вот, все, разгорелся. 3-3, правильно. Во-во-во, все, палку мы потратили теперь, я сюда кидаю бревна, вот таким вот образом. И у нас теперь есть костер. Вопрос бы был... кстати, вот эта вода, которая с камышами, Роман, она соленая, я ее попробовал уже. Вот. Но там же камыши, она говорит о том... Она, не знаю, у меня он не пил воду. Ну, я не пил воду, точнее. Там рядом, вот среди тех деревьев водичка есть, все нормально. А покажешь, может быть, где... Пойдем, а то мне прям... Идем, у тебя есть топор? Ребят, вы можете не ходить возле меня, спасибо большое. Так, и... Ты не любишь компанию? Это лужа, и вот так.
Давай, зажигалка не всегда, кстати, может сработать. Такая штука еще тоже. Да, и она... Раньше, когда я играл в Терраформу, ну, попробовал, там все было проще с костром. Сейчас стало еще реалистичнее, еще интереснее, на самом деле. А факелы, вот, ребят, теперь делаются вот так. Вы палку кладете в этот костер, ждете, когда она нагреется. Там вот, если навести на предмет, здесь показывается. Угу. Catching fire, зажжем. Ну, они очень быстро, кстати, крафтятся. Да-да-да. И забираете горячие палки. Я даже сейчас... И, кстати, больше одной положить вы не можете. И я тут еще, знаете, расскажу про два параметра у вещей. Есть у них вес, и есть у них, ну, размер. Кто топор выкинул? Чей топор здесь валяется? Там сломанный, где-то валяется. Так вот, вес и размер, от этого зависит, сколько предметов убирается в стак, как ни странно. То есть, тут стак предметов зависит от его размера и веса. Вот. И, кстати, я голодный, и я не знаю, что бы мне сделать, чтобы не быть голодным. Нам надо добыть еду. Кто-то что-то добыл, по-моему, нет? Там за один из квестов, я предусмотрительно к этому подошел, дается пища. Кстати, да, за который квест? Камыш растет, а напиться не могу. What the hell is going on? Кол и чаркол. Возьму-ка я чаркол. Правда, так, и за топор. Так, за топор даются саженцы. И что еще? Бревнышко. Сундучок. Ой, это какой reward bag. Может быть, там что-то дастся. Господа, я вот тут холодно, темно, и я голоден. Да, вот мы сейчас эту проблему и решаем. Я не могу почему-то здесь... О, теперь могу почему-то. Ха, странно, ну ладно. Угу. Топор я тогда скрафтил, не мог квест сдать. Так. А за который все-таки квест дается? Господи, я прям... А, беда, когда, что? За дерево еще можно забрать. Вот, ревард баги, кстати, бэги, вернее. Зомби. За то, что мы скрафтили, добыли, вернее, дерево. Ребят, мы можем здесь получить сумочку с наградой, в которой кастомный лут, который тоже я настраивал, может быть, внутри. За что тебе большое спасибо, и я хочу взять лопату. Ну, я просто вам говорю, что я возьму лопату. Давай. Копершовель. И теперь... Так, а что теперь... Копершовель? А, все сразу дается. Шовель. Ну, я просто, да, так называю. Шовель. Мой английский, все нормально, то есть... Так, если я пожарю гнилую плоть, еще будет. Я вот не помню, за какой квест тут дается еда, но за какой... А, не дается, я переделал. И значит, мы сейчас все умрем. Возможно. Но, ребят, вы перепроверьте, кстати, свои награды, позабирайте все, что можно. И я получил смол галена. Это металл. А баттон это типа так придумано, да? То есть нам кнопка это все, что прямо очень нужно сейчас, да? Я так считаю. Это прям вот троллинг такой от Рамона сейчас. Я чувствую его вот голосе просто. Все, отлично. Мне дали каменный забор. Нормально. Каменный забор. Наедимся вовсю. Да, ребят, у меня тоже уже проблемы. Я пожарил... Нет, гнилая плоть не жарит. Ладно, я рискну, я съем гнилую плоть. Я не знаю, что из этого будет. Удачи, ты отравишься. Она не ест. Да, она не съедобна вообще никак. Она почему-то ванильная. Так... И сундук, я так понимаю, тоже здесь не сделать нормальным образом, да? Скорее всего, там что-то надо для этого упороться. Ну, так, ты можешь почитать. У нас для Not Enough Item стоит специальный плагин, который показывает тебе крафт из Terraform. Тогда чест. Я посмотрю, как делается чест. Который... О! Так, надо посмотреть, как делается еда. Ну, чест делается из честа и... В общем... Рич, предлагаю, пока они разбираются с хозяйством, мы с тобой пойдем и добудем еду, как настоящий мужчина. Некоторые рецепты здесь не показываются. Ой, нам нужна пила, чтобы сделать пилу. Пойдем, попробуем. Какая жесть. В общем, нам до сундука, как до Китая, мягко говоря. Идемте, да, пищу поищем. Я вот поставлю здесь waypoint, вот тут. Назову его home. Группа. Очень похож. Я тоже такой же делаю. Оригинально. Огнище будет. Огнище. Хоум есть. И пойдемте... Давайте разойдемся по разным местам, и потом вернемся сюда же. Ну, то есть, поскольку нам мы все равно... Надо... Так хорроры и начинаются обычно. Давайте разойдемся в разные стороны. Так, а я сейчас еще хочу сделать себе... У меня половинка осталась. Так, я хочу себе сделать ножички, потому что, ну, хотя бы, чтобы что-то было. А, да. Надо держаться подальше от марка. Блин, а как они делаются? По центру ты проделываешь. Их там два, получается. У меня тут крипер взорвался, ребят. Крипер взорвался возле меня. Я могу дать кому-то ножик, потому что я делаю два их сейчас. Крипер взорвался возле меня, осторожней. Так что, осторожнее? Значит, уже крипера нет, что беспокоиться? Да, есть еще. Ладно, еще раз, по центру, да, делаем. Да, и потом по одной... Вверху или внизу?
Да, по-моему, без разницы, но я вверху делал. Внутри или снаружи? Ну, как, там... Черный скелет. Я не знаю, как понять, внутри или снаружи. Ты по центру очищаешь полностью... Да. Вот, и потом какой-нибудь уголок из этих вот... Внутренний или наружный? Рич, не обращай на внимание, он уйдет. Наверное... Может быть. Наверное, наружный. Ну, я не знаю, увеличится я... сам. Все, я не помню, какой внутренний, сделал. Внутренний Окей. я сделал. Все, и два лезвия получаешь из-за этого. Да. Так, вот что мне нравится смарт-вувинг, он позволяет классно карабкаться по уступам. А кони съедобные? Да. Да, речь. Кстати, если убить одного коня, с него получишь кучу мяса, и мы наедимся этим конем все, поэтому давайте мы... Да, но... Я его скинул в пропасть. Охренеть. Молодец. Ты нас всех убил только что этим действием. А сейчас вот я уже голодный. Ну так, а что толку, он на краю пропасти стоит, так, оказывается. Ребят, животные... Ой, два черных скелета, и я очень медленный. О-оу. А животные здесь очень редки, и разводить их здесь тоже довольно прикольно. А здесь есть девочки, есть мальчики. И эти самые девочки... Там, где мы появились, в воде недалеко был конь, я помню. Кто там стоит недалеко от этого места? Блин, а как делать... А кто помнит, как делается копье? Я просто вот хоть убей, не помню... Камень прикрепляешь к палке, по-моему, просто. Разве? Там, по-моему, как-то лезвие надо... Ну-ка, нет, нельзя. Там надо лезвие сделать как-то. Вот это вот, типа, наконечник копья. Если камень привязать к палке, то получится какой-то такой бубен. Знаете, ну, чувак, бубен. Короче, добро пожаловать в Terraferma Craft. Вот что я могу. Я коня нашел. Ребята, я коня нашел. В воде? Давай. Не-не-не-не. Ну где-то тут голова его выглядывала. Ха, неудачник, я нашел золото. Ну, ты золото несъедобно. Ха! А я нашел еще проверим. Более уютное место, где можно поселиться, кстати. Тут потому что камыши, тут потому что красивые озерца. И, короче, все. Это так классно, мрак, но мы все умираем поселиться. Мы просто все умираем от голода. Я понимаю. Кстати, если мы сейчас умрем, то у нас здоровье будет не на вот сейчас, как на 1000 хп. Зато будем сытыми. Где-то на 200. Нет, не полностью мы сытыми будем. Ребята, я видел коня, он исчез. Я ищу хоть кого-то в лесу. Идите вот. На то место, где мы появились изначально. Тут есть конь. А почему ж ты его не убиваешь? А это не конь, это скелет с колчаном, это скелет. Ползем, быстрее ползем от него. А, тут зомби. Нет, пожалуйста, только не меня. Ой, я все-таки хочу кого-то здесь найти. Хоть кого-нибудь. Отстань от меня, пожалуйста. Кукурузка, Кукурузка, делись кукурузкой. Кукурузкой делись. Вы коня съели. Нет, можно сейчас поделиться. Нам тыква обычная поможет как-то? Смотри, кукурузку ты можешь ее съесть, она не съестся сразу вся. Тут механика еды сделана так вот, интересным образом. Да. То есть можно одной кукурузкой наесться, по идее, всем, если как бы получится. Я не хочу умирать! Пожалуйста. Господа, а тыква вот эта вот ванильная, она может на что-то сгодиться? Я не знаю, может быть, это... Так, мне кажется, все каких-то своих измерениях находимся. Еда у кого-то появилась? Нет, я вот ищу. Я дерусь конем, у меня тут эпическая битва. У Рича там просто эпик. Если я сейчас... У меня сломался топор, теперь я его копытом, он меня рукой, да. Мы реально все умрем. Мы умрем. Сейчас я его пойду и помогу тебе. Рич, ты на месте нашего вот, ну, как, да. Убежища с кострами? Не-не-не, типа, где мы появились изначально. А, ну это почти там же. Да. Спаун. Так я тоже тебе могу помочь, но я ползу. Это поможет? Слиток золота, железо выпал. Железный слиток и зомби выпал. Он ванильный выпадает. Только что с ним? Нет, не ванильный. Только из него просто так ничего не сделаешь, это не Майнкрафт, поэтому... Я вот на том месте, где мы появились, я не вижу здесь коня. Мурак, я не чувствую в тебе воодушевления. У меня есть зомби, посмотри, из зомби с невероятно низким такая шансом. Коса. Рич, спасибо. Да, я не чувствую, мне, потому что сейчас едаться не из золота любого. Выпал железный слиток, там мизерный шанс. Это жесть. Окей, ладно. Это мы все хотим есть. Ты изучал пирамиду Маслоу? А ты когда-нибудь говорил нормально с людьми? Сначала мы должны удовлетворить низшие свои желания. Да, да. Потом уже подумать об обогащении железом. Про это я орал еще полчаса назад. Потом мне надоело про это орать полчаса назад. Ну господи, ну где? Ну блин. Все, я иду домой с едой. Вот потому что вы неудачники. На месте спауна и сражаюсь сейчас. Я не знаю, вот я был на месте спауна, там ни Рича, ни коня.
Здесь я. Может быть, Рич это все придумывает. Вот, знаешь, такой сидит пусто где-то, там на пляже валяется, так, пацаны, я с единорогом дерусь. И делаю вид, что пытаюсь помочь выжить. Да-да-да-да, именно. Ну, это похоже на Рича. А, еще попить бы хотелось бы, конечно, я попробую. Так, а давайте один костер уберем, потому что... Прыгай, прыгай, лужу. Там два костра нет. Вот тут можно пить, отлично. Да, это питательная лужа, все нормально. Вокруг меня мухи кружатся, они что-то подозревают. О, я вижу, кто-то ко мне приближается. Ребята, я тут пью среди камышей, если что, внизу. Отлично, молодец. О, это жизнь, вообще выживание. Рамон, это нужник. Ты зря туда. Рамон, расстроили, все, беда. Мы еще не успели сделать это нужником, так что не надо мне тут рассказывать. Тебя где просто... наша бравая гвардия? Кому мясо? Просто времени бы не хватило. Так, давайте сначала костер зажжем, потому что его надо лучше приготовить и... Бросай я еду, вижу, бросай. Я вижу, где кто-то да, в костер же бросай, да не вокруг так, бросай. Так, ура, не горит. Конь готов. Фух. О, конь. Бросай. Рич, пойдем, я за тобой. Да в костер внутрь, открой интерфейс, господи. А, о-о-о. Давай, помещай сюда. Вот, а теперь следи. Еда, еда, жарится. Еда. Теперь, о, 78 унций, неплохо. Там еще Рич коня принес. Я могу пока что дать кому-то кукурузку, можете пожевать. О, давай, 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 давай. Так, ну, мрак забрал. Да, я сейчас поживлю маленькое. А я мясо подожду. Так, очень горячее. Господа, мне объедки, господа, да? Господа, это невозобновляемые ресурсы так, на этого держи, мира. Лишь. Нам надо переходить на какую-то более хорошую еду. А, ну тут сейчас пока... На более доступную. Нет, а сейчас пока уже красненьким сделать. Покрылось, ребят. Уже, давай. Почти, да. Темно-красная. Dark Red. Кстати, ее можно переезжать, если Cooked еще. Beef Rare. Может быть, надо... Она уже... Medium вот, rare. Bright Red. Слушай, она уже... Оно пережаривается, господа. Вытягивайте, все, тащите. Все, уже хорош. Так, все, достаточно. Эй, мне дайте, в этом кукурузу же ели, а я ждал мясо. Да, держи. Вот я его вон там кинул. И не вот, дождался. О, протеинчик. Да. Рич, давай холодильник. А, ты езжаешь уже? Холодильник, да. Мы как настоящие джигиты-кочевники будем есть коня. Победили коня, корову и сидим возле костра, теперь их топчем. Еее, мы выжили, мы ни разу не умерли еще. А я сейчас хочу показать фокус, который есть в фильме. А до какой степени жарить-то? Да не надо жарить, ешь уже, все, просто ешь. Да, уже нормально, в принципе. Все, бери. Это мясо с кровью получается, если еще. Ну, темно-красное, да. Я сейчас покажу, что здесь работает, как здесь работает физика внезапно. Если мы поставим вот так вот, а то оно будет осыпаться. И выжжем два блока, мы не поставим ничего. Вот, зачем ты эти классные блоки тратишь? Ну, а что бы нет? Я вот что-то, ну ладно. А я покажу, что у нас здесь гости есть. Вон там вот стоит скелетон. Мы его можем окружить. Так, давайте мы его сейчас... Рамон, слегка его, я его сейчас попробую ножом за... Ну тут какая-то дубинка нужна. Против. А, дубина же, да, там молот нужно сделать. Молот сейчас я сделаю. Ой, блин. Топоры у нас слэшен, режущие, типа. А дубинка, я она... Я сейчас сделаю там молот надо, а не дубинку. Молотом можно его огреть, хорошо. Так, сейчас я секунду. Я знаю, как сделать молот. Минутку, я помню этот рецепт. Хорошо, мы верим тебе. У него 1500 хп, я пошел. Нам надо выманить его на свет, господа. Кошмар. Слышь вот. Ты! Я так выманил. Какой свет уже? Я сейчас сделаю молот, уже, вот уже все, обед, вот, да. Вот молот, все вот нормально. Все, вот я сделал молот, сейчас я сейчас буду готов его. Сейчас, вот. Ребят, я его выманил. Слышь, ты такой давай, черный, давай. что? Он не реагирует. Твоя мама такая толстая, что? Во. И снова не реагирует. Не, ну. Да ему какую-то правду говоришь, он не обижается. У нас появилась косточка. Жаль, его копья нельзя поднять. В общем, я сделал молот, и я его убил обски, где-то практически полностью, самое интересное. Ну, 4 а еще костер-то подсушили, есть. Давайте это... Мрак такой зануда просто. Да вообще, да, я тут тащусь от игры, а вы все Рич, это. Представляешь, знаете, тебя перебороли вообще только что в занудстве, вот ей-богу. Просто вы не понимаете ничего, я тащусь, что я играю в эту фирму. Классный, веселый. А еще здесь из травы можно получать вот такие прикольные штуки. А ты как делаешь? Это ножом, ножиком, да, ножиком. Из этого, кстати, столовую можно сделать... А, я знаю, что можно сделать. Мы можем сделать себе... Давайте домик сделаем. Во-первых, серьезно. Вы можете квест ты, ребят... Ты поросят не читал? Квест. Вы можете квест сдать по поводу ножика. Угу. Я почему-то не могу его забрать. А, вот они, Blueberry Bash. Вот это вот надо взять, наверное. Я считаю, что это вот как раз, наверное, та самая еда, которую можно, наверное, как-то посадить и...
Ну-ка, его можно? Нам очень надо что-нибудь этакое посадить. Ну вот это вот кустик, который я получил за... в качестве награды за квест. Мясник. Убить свинью. Ну, конечно, свинью мы, я чувствую, долго еще не убьем. Ну почему? Корова повержена, конь повержен. Так, вот копье. Как бы сделать копье? Это вот я не помню, там что-то было... Сейчас, секунду, я попытаюсь. Повтори рецепт. У меня есть... тут уже Нейн же, господи. Нет, ребят, у меня есть семена риса и у меня есть семена кукурузки. Давай тогда тяпку фигач. А как? Вот. Посмотри рецепт. Вы такие это... Чего вы это... Ты скажи сразу. Ну так, как что-то скрафтить в Майнкрафте? Посмотрите рецепт. Ага, вот так вот. Вот оно как делается. Вот, сейчас я сделаю себе копье. Ну и все могу сделать копье, если надо. А что это я ножом правый клик нажимаю, а блокировать можно? Прикольно. Да. Тут у каждого оружия своя механика присутствует, и они, каждое оружие эффективно против чего-то своего, в принципе. Ну, оружие. Не, ну да, но ножом блокировать это странно. Где Битва на ножах еще. Как я заблокирую ножом какой-то удар? Мечом, понимаю, можно отразить удар, а ножиком как ты заблокируешь? Ты не заблокируешь удар зомби, например. Парируешь. Вот ты именно можешь, да, отбить только удар, который там, ну, наверное, я так думаю, по крайней мере. Это что такое? Каменный забор, тот самый, который получили в награду за квест, я так понимаю. Да, видимо. Вот, можно получать награду за... Ох ты, potato seeds, carrots. Давайте каждый разный возьмет. Вот тут еще есть... Все, там будет у нас плодородная земля возле туалета. Все нормально. Я возьму onion seeds, потому что я думаю, что нам это пригодится. Так, и... Так, теперь можно сделать... А почему мне не засчиталось копье, когда я его сделал? Может, ты его же делал. Раз, два, нет, три, нет, четыре, я его пять. Вот стол жевелин, я его сделал. И пора сжигать, я чувствую. Как бы вот это все хранить в чем-то теперь? Вот эти все предметы и все вот это вот. Ну, я возьму сразу можно сделать? Семечко, кабочка. Нет, нельзя две. Блин. Ничего себе. О, а у меня, кстати, 4 дерева. Надо Ложится. Сделать пилу, вот как-то. А чтобы сделать пилу, ух, нет, это явно не сейчас. Это вот точно не для сейчас. Пилы, да, нужен металл. Металл. Слушайте, тут же водичка еще нужна, да, для того, чтобы все это росло, по идее. Кстати, ночь. Да вот я фиг его знает. Кстати, да. Тут же еще режимы всякие у инструмента есть. Вот, да, тут же... Вот, точно. Я могу посмотреть, насколько много воды здесь рядышком. М, если нажимаю... Потом, насколько здесь хорошо все растет. Во, да. Мы сейчас, в общем, ребят, вот этой ночью мы переживем ее, надеюсь. Разберемся с некоторыми инструментами и встретимся с вами уже в следующей серии. Мы учимся, и вы, надеюсь, вместе с нами. Спасибо, что смотрели. Всем счастливо.